Распаковка с ценами. Распаковка. Не пропускаем, все смотрим. Закупаюсь я раз в неделю. Поехали. Фарш свино-говяжий. Здесь 800 грамм. Стоит 5,79 €. Шницеля из путы. Здесь 500 грамм. Стоит эта пачка 5,79 €. Куриная грудка. Вот такие вот маленькие тоненькие полосочки. Здесь 400 грамм. Стоит упаковка 3,79 €. Не нарушаем традицию. Беру я всегда вот эту вот рыбу, красную рыбу. На завтрак стоит она 4,79 €. Здесь 200 грамм. Сыр тоже Гауда. Он уже нарезан вот на такие вот кусочки. На этой неделе была акция. Здесь 150 грамм. Стоила 1,49 € эта пачка. Две пачки моцареллы. Одна облегченный вариант, а другая нормальная. Цена у них одинаковая. Стоят они по 89 €. Йогурт для мужа. На этой неделе идет акция. Стоит он по 66 €. Вот эта вся пачка. Здесь 4 штучки. Дешево и сердито. А этот йогурт я покупаю себе для меня. Здесь сколько? Здесь 8 баночек. Стоит эта вся пачка 2,99 €. Он, кстати, подорожал. Раньше, когда была акция, 2,49 €. Подорожал на 50 €. Сейчас стоит 2,99 €. Этот йогурт я покупаю для себя. От него у меня хорошо работает желудок. Две снова намазки на хлеб. Они по 1,19 € без акции. Две пачки купила. Творожок, две пачки, 200 грамм по 99 € каждая баночка. Да, еще вот моцарелла маленькая. Обычно я ее покупаю на воскресенье, чтобы сделать более-менее торжественный завтрак. Вот эти маленькие моцарелки, они немножко подороже. Стоят 1,19 €. Здесь чистого веса 125 грамм. Вот такой вот хлеб иногда, я его люблю. Айвайсброд. То есть он очень полезный. Он состоит из зерен. Здесь 500 грамм. Вот так вот хлеб уже разделен на кусочки. То есть порезан. Поджариваю в тосте. Вкусно, полезно. То есть люблю его. Иногда покупаю. Не часто, но беру. А цену-то я сказала, стоил он 1,99 €. Колбаса копченая, кабанося называется. Наверное, ее все знают, все любят. О, взяла я с паприкой. Здесь сколько? Здесь 150 грамм. 180 грамм. Стоит 2,49 €. Помидоры на этой неделе акции по 88 €. Вот за эту пачку. Купила две. Маленькие помидорки черри томаты. 250 грамм. На этой неделе тоже была акция. 49 €. Взяла одну пачку. Две пачки паприки. Обычная паприка, вот красная, на завтрак я ее всегда режу с моцареллой, с помидорками. И поливаю оливковым маслом. Очень вкусно. Взяла две штучки. Была вот такая вот упаковка. Обычно три, сегодня что-то две. Стоила эта пачка 1,39 €. Вот еще паприка шпиц, острая паприка. Цена у них была одинаковая. По 1,39 € каждая. Каждый пакет по 1,39 €. А здесь тоже, кстати, 500 грамм. Потому что, наверное, небольшие, поэтому и две штучки. Огурчики маленькие беру всегда. Мне они больше нравятся. Они стоят по 85 €. Здесь три штучки, 250 грамм. Руккола 79 €. Сеточка с апельсинами. Здесь 2 килограмма. Стоили они 2,49 €. Сеточка с луком, здесь 1,5 килограмма, стоила эта сеточка 1,89 €. Кальрабы, вот такая вот большая, стоила 69 €. Продают поштучно. Пари, одна штука стоит 69 €. Обычно вот белокочанная капуста, стоит она, вытянула
Вытянула она на 1 ора 87 центов. Стоит 1 килограмм 85 центов. Также покупаю вот брокколи. Она была в акции. Я ее тоже купила. Стоит сегодня 79 центов. Цветная капуста. Она такая хорошенькая, закрытая вся, не побитая. Тоже в акции. Стоила 1 ора 69 центов. Картошечка 2,5 килограмма стоит 2 ора 89 центов. Киви 1 килограмм стоит эта упаковка 2 ора 79 центов. Виноград 500 грамм без косточек. Самое главное, что без косточек, темный, стоил он, виноград стоил 1 ора 99 центов. Попался мне на глаза кетчуп, дети любят. Все с ним есть, кушать все с ним. 250 грамм стоит 1 ора 29 центов. Яблочное пюре. Здесь 500 грамм стоит 79 центов. Купила, хочу испечь печенье. Вот такой вот рис был тоже в акции по 79 центов. Взяла одну упаковку. Для посудомоечной машины взяла вот такой вот гель. Стоит... Это бутылочка 6 ора 49 центов. Я покупаю, конечно же, и таблетки этой фирмы. Но я слышала, что нужно не только пользоваться таблетками, нужно пользоваться и гелью. Гель хорошо также промывает, ну, внутри там все, не только посуду, но и саму машину. Поэтому увидела, купила, покупаю тоже, когда и акции покупаю. Посмотрите, какая хорошая большая бутылка. Можно пользоваться 67 раз. Это очень, конечно, много. Цена приемлемая. Вот так вот показано, как ей пользоваться, сколько добавлять. Здесь больше 1 литра. Конечно же, это еще не все. Была я в русском магазине, набрала сушек. Сушки стоят 2 ора 39 центов, здесь 500 грамм. Взяла два разных вида, цена у них одинаковая. Печенье со зверюшками, здесь 500 грамм, стоит 2 ора 89 центов. Купила вот такую вот лапшу для без бармака. Здесь 500 грамм, стоила она 2 ора 29 центов. Гречка 1 ора 99 центов стоила эта пачка, здесь 800 грамм. Майонез, так, 2 ора 49 центов, 400 грамм. Колбаса московская, полукопченая. Колбаса стоит 4 ора 19, здесь 300 грамм. Индейка заливная, в этой пачке 416 грамм, стоит она 4 ора 57 центов. Вот так вот выглядит. Покупала уже несколько раз на развес. Нам, кстати, очень нравится. Была вкусная. Еще купила вот такой вот окорочок. Типа окорочка, или как его назвать. Тут вот мясо и внизу вот здесь вот сало. Вытянула она на 4 ора 16 центов. Здесь 300 с лишним грамм. 320 грамм. Посоветовали. Решила попробовать. Сказали, что очень вкусная. Так что будем пробовать. Ну да, запах, конечно, стоит, аромат потрясающий. Все, друзья, я вам все рассказала, показала. Закупилась я на 110 ора в общей сложности. Пишите, смотрите, подписывайтесь на мой канал. Мне очень приятно, когда вы пишете или спрашиваете что-то. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.